как бы ни складывалась обстановка в мире, как бы обстоятельства не складывались в мире, Иран всегда с Белоруссией находили те пути, которые приводили нас к успеху. Вы знаете, Беларусь всегда жила под санкциями и будет жить. Я не думаю, что в современном мире, если даже могущественная страна позволяет себе применять по отношению к другим странам санкции, что они обязательно приведут к успеху, свидетельством тому является Иран. Вы знаете, всегда было так, я из опыта могу сказать, что если санкции и приносили какой-то вред Ирану, Беларуси, другим странам, то только лишь потому, что мы сами в этом виноваты. Мы не всегда были договороспособны, мы не всегда находили тот путь, по которому мы должны были пройти в условиях санкционного давления.